Всем привет, и я до сих пор не понимаю, как я решился пройти этот хоррор. Многие говорят, что он не страшный. Так, но нам нужно убавить громкость. Надеюсь, меня хорошо слышно относительно этих звуков. Очко трясется, сами знаете, я не знаю, чего я боюсь. Так, начало я, в принципе, знаю, что там будет. Ну, примерное начало. Вот, но мы попытаемся. Так, нормальный высок, кошмар, псих. Блин, я не знаю, давайте на нормальный... Начнем. А потом, если нам будет легко, то... Обязательно переправим это все. Продолжить. Я вообще не понимаю, как я начал играть в нее. Я не понимаю даже зачем. Игра, в принципе, давно вышла. Ну, как давно? 2 года назад. Но у меня есть на канале игры, которые вышли гораздо раньше. Еще до этого. Ой. Ой, резкость очень большая у мышки. Что-то дико большая. Вот, ну... Подожди. Стоп. Параметры. Отображение субтитров. Так, и чувствительность взгляда поменьше. Блин, что за музыка? Я еще даже... Вот у меня логика вот хоррора все-таки. Давайте я пока немного сглажу это, вот, эту стрёмную обстановку. Тем более время сейчас позднее у меня. Вот. Мне бы больше всего смущает логика всех хорроров. Смотри, там подвал! Там бошки в спирту лежат, заспиртованные головы чьи-то. Там, я не знаю, кто-то шумит. Туда ведет красный след. Нам обязательно надо туда сходить, за посмотреть боеприпасы. Какие боеприпасы, ребят? Я не понимаю вообще, зачем нужно было ехать в эту больницу ночью. Я понимаю вторую часть. Там чувак не специально. Но у меня уже очко трясется. Так, документы. Мы незнакомый, ваш давний поклонник. Постараюсь сильно не затягивать. Они могут следить. Я 2 недели проводил консультации о программном обеспечении психиатрических исследований Мерков. Маунт Мэссив. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении, и сейчас я их грубо нарушаю. Но и хрен с ним. Ну, действительно. Здесь творится что-то ужасное. Я не понимаю, не верю. И в половину увиденного... Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, они нашли то, что дожидалось их в недрах горы. Работнические страдания должны об этом знать. Отлично. Так, берем 2 батарейки каким-то непонятным движением руки. И начинаем снимать. И если я не буду бояться первых там 20 минут или сколько-то там, я не знаю, то это значит... Это значит, что я уже знал, что будет. Но все равно мне дико очково. Я не понимаю, если выйдет игра вторая Outlast, я не понимаю, как я вообще в нее буду играть. Секс задача обновления вашего блокнотика выше таб с содержащим заметки N и собрание документов G. Таб N G. Эта музыка постоянно будет? Ну, в жопу. А чё? Блин, какая-то она вообще не такая. А как присесть? Control, что ли? Надо удерживать? Блин, так низко приседается. Ну, ладно. А, вот камера. Колесиком приближать. А как это зрение-то врубить? Ой, блях ты, мух, собака, что ты сделал? О, батарею просрал, какого фига? Какой дебил это сделал? Ну, блин, бред какой-то. А я не понял, а как врубать? А, может... Что-то я не въехал. Ну-ка, настройки. Параметры. Управление. Так, поворот вправо. А, может, мне потом будут говорить. Так что мы торопим события просто. Блин, чтобы быстро открывать дверь, нажмите левую кнопку мыши. Чтобы открывать дверь медленно, удерживайте левую кнопку мыши. Блин, я даже не успел прочитать.
Это я быстро открыл, да? Чтобы поднять камеру, нажмите. Это я знаю. Только что уже понял. А, ее нельзя закрыть, наверное. Ну ладно, я уже очкую. Блин, я яркость вроде на максимум выставил. Какого хрена? Так, почему так как темно все равно? Левый shift. Ну, я такой тупой, что я даже до сих пор ни разу не бежал, вы думаете? Так, звук надо максимально тихо сделать, потому что игра очковая. И, как я уже делал видео на канале, самый опасный чувак в этой игре это наш главный герой, так что нам, в принципе, нечего бояться. И, к сожалению, здесь нет никаких указателей, там. А как открывать, блин? А, ЛКМ, как всегда. Опа, у нас еще и паркур. Прокрутка вниз, ну, это мы знаем. Это мы знаем. Блин, я не понимаю, зачем я в нее начал играть. Я уже жалею об этом. Я не люблю. Если я даже в Dishonored это боялся, уже музыка началась. Но я просто... Только я на порог уже все. Короче, если я даже в Dishonored... Блин, я не успел даже прочитать, что они там написали. Боялся убегать от... У кого-то яйца рассыпались, слышали только что звук. Так вот, если я даже... Я не могу уже. В Dishonored боялся убегать от охранников. Да что такое, ребят? Звук не прекращается. Я даже не могу сказать то, что я боюсь охранников в игре Dishonored. Твою дивизию, у меня даже микрофон упал. Точнее, он просто... А, F. Блин, очковая какая-то ночная съемка. Так-то лучше. Кто-то сыт, мне кажется. Ну, нам нужно заглядывать в... Да я просто... Сейчас я микрофончик починю. Так, а, я уже забыл, зачем я Escape нажимал. Так. Да не, надо вот так вот тихонько или наоборот бежать. А, на себя. Так, ну можно... Слушайте, а что это как-то это? Графика. Нормально или нет? Что-то я не пойму. Ну, если она лагать будет, я вообще офигею. Там графика такая говняная вообще написана. Ну, нас там, на сайте я смотрел. Что тут? Вертикальная синхронизация. Отключить размытие. Что-то ничего особо не изменилось. Ну да ладно. Ёпарасыта. Вот скажите, когда телевизор шипит, он издает такой звук? Мне кажется, нет. Если бы он издавал такой звук, я не знаю, что бы я делал. Да давай, открывай уже, ёптовый, чё ты боишься? Чтобы протиснуться, двигайтесь в направлении щели. Ну, я... Да, я знаю, что нужно в направлении в щель двигаться. О, батарейка, да? Нет, надо... ЛКМ, короче, это действие в этой игре. Чтобы поменять, нужно R нажать. Даже рифма есть. Ладно, неважно. Главное сейчас не обделаться. Вот это самое главное, потому что я подбираю документы и вижу... Так, вижу, что состояние пациента утверждает, что состояние... Чего? А, пациент утверждает, что состояние самонаправленных осознанных сновидений продолжаются. Наблюдается беспрецедентная активность морфогенетического двигателя. Продолжаем четвертую стадию гормональной программы. Симптомы. Это бред какой-то тут написан. Ну, вообще надо, чтобы понять игру, читать документы, потому что тут нет никаких советчиков почти. Психиатрическое исследование, мерка, проект Валли Лидер. Так, это показывает серьезные проблемы с безопасностью, хотя Билли утверждает, что источник информации стали кровавые сны доктора Трагера. Незаметка, единственный Трагер, работающий на компании, некий Ричард Трагер, ответственное лицо, в ним следует... От этих писем уже, как говорится... Ну вот, началось. Все, хана. Я жалею, что я в туалет не сходил перед этим... Перед этой игрой. Что это такое? Ну, не важно. Да, плохо борется тут с плесенью. А, тут закрыто даже. Сволочь. Ну ладно, закрыл. Давай тогда мы тоже закроемся. Правильно, правильно. Давай, погнали. Пробел.
мы двигаемся в правильном направлении. Вот гады, а? Умеют же. А, ну тут я знаю, что сейчас будет. Так что извините, но... Все равно очково, честно скажу. Ну все. Больше я ничего не помню. Ну, в смысле, я больше не особо помню, что там дальше. Я вообще не знаю, что... Я имею в виду всяких этих скримеров. Так, что я хотел? Я забыл уже, какую кнопку-то нажать. Не громко ли? Так. Тут вроде... По-моему, тут больше ничего не должно произойти. Я могу, конечно, ошибаться. Но... Наверное, нет. Блин. А, ну это я... А как он жив-то, ёпарс-то? Смотрите, у нас что-то записалось. Так, вот это что ли? Нет, это было. А, мне говорили вот заметки какие-то. Я внутри. Я внутри, повсюду трупы, кровь. А он записал это только что. Не пойму, когда он смотрел на этого чувака. Потолка свисают мертвые ученые головы в ряд, словно в бутылке в баре. Судя по пейджу... А, бейджикам. Все из исследовательского отдела мерков. Подставная шарашка мерков, помогавшая им зарабатывать якобы на благотворительных проектах. Пусть третий мир подыхает, лишь бы еще на пару миллиардов отхватить. Интересно, как они собирались выкачивать деньги? Почему вы как-то отдельно? Тут не кажется вам? Выкачивать деньги из этой дыры? У него реально все буквы отдельно как-то. Полный психов. А этот оперативник, они же его как свинью на вертел посадили. Велел мне убираться нахрен отсюда и кони двинул. Жаль, я его не слышал, пока еще мог выйти тем же путем, по которому пришел. Почему-то я не могу выйти. Я могу выйти вообще-то. Блин, если жить хочешь, из окна выпрыгнешь. Тем более, я смотрю, тут небольшая. Тут я смотрю. Что это такое? А, это. Куда нам я забыл? Что это такое? О, батарейка. Ну, допустим так. Вообще, все равно... А, может быть, это из-за того, что у меня свет включен, но этой. Так что... Чё? А, блин. Ну, это заскриптованная тема. Тут ничего страшного нет. Но все равно, блин, противная игра немного... Ой, ну страшная рожа. Что ты там со мной делаешь? Всевышний послал мне апостола. Да направит тебя... Длань Божья, сын мой, у тебя есть призвание. Длань? Или мне показалось? Какой-то чокнутый, по-моему, человек. Сразу видно, по его выражению лица, да? Фу, что он сделал с этим человеком, посмотрите. Этот псих явно... Явно не в себе. А чё мне сказали посмотреть-то? Тап чё-то нажмите. Ну ладно, цели. Ой, смотрите, что он с ними сделал. Почему он меня оставил в живых, непонятно. Ну ладно, не будем пока ничего снимать. Кстати, тут в левом верхнем углу написано, сколько мы снимаем, да? Ну, тут по-любому должны быть какие-нибудь батареечки. Давайте поищем. Но что-то я ничего не вижу пока. Может, я уже и пропустил парочку. Вот это не батарейка, случайно, там? Нет, это не батарейка, наверное. Ну, может быть, тут где-нибудь есть. Я по-любому пропускаю. И часто бывает такое, что очень... Очень на видном месте пропускаешь. G надо нажать. Так, пациент Клу. Уокер.
Пол М. Речь врет Рудольф Вернике. Так, ладно. Спирометрия обнаруживает легкие умеренные бронхиальные образования. Результат томографии подтверждает описание снов, данные самим пациентом. Смех в медленной фазе. Заметки во время беседы. Подвижность Уокера была вынуждена ограничена ввиду нанесенных им себе повреждений. Ограничительные приспособления пришлось видоизменять в связи с его огромными размерами. Это жиробас, да, по-моему. Обширные кожные высыпания, соответственно, типичной клеточной активности. Блин, ну это читать. Я сейчас быстренько посмотрю, что тут. Особым поведением. Ну, короче, что-то у него с лицом начало происходить. А, нет, у него это... В общем, я думаю, вы... способны на чтение. Нажмите Q.